гордиться своими жителями. Сколько теплых и искренних слов. Поздравить вас с праздником труда. Пожелать вам успехов. И объединяет 20 человек. Это целая история семьи, и всех их объединяет. И сегодня продолжают трудиться правнуки, основатели 16 человек. 4 представителя наших молодого поколения. Меняются мир, труд, май. Мир без нацизма. Нет, это не для взрослых.